Zoro 695 with my channel and subscribe. Lego City. Record ages 5 for 12 years. Number set 60017. Тягач. Покажу вам сначала экстра писи. Ну, их достаточно много для меня. Значит, вот такая штучка серенькая. Вот. Дальше. Треугольник бордовый, непрозрачный. Дальше кружочек красный прозрачный, дальше желтый кружочек прозрачный, и дальше зеленый кружочек прозрачный. Дальше кружочек синий, голубой прозрачный, дальше красный треугольник прозрачный, треугольник прозрачный, и вот такая черненькая писец. Вот. Дальше покажу инструкции. Ну, в этом наборе две инструкции. Мне пора, значит, как собрать машинку у женщин светофор и самого тягача и человечка. Ну, и вот в этой инструкции, вот только в этой нарисованы вот эти наборы. Вот, сейчас покажу. Пожарной мне надо вот этот домик, а здесь еще бетономешалку и цистерну. А в этом в конце ничего нету. Вот. Сейчас. Так, дальше покажу коробку. Ну, значит, что здесь? Рисунок, два человечка, recommend ages, number set, масштаб 1:1, здесь чемоданчик есть. Дальше хэй, картинки, вот посмотрите. Вот такой механизм. И здесь два мешка, и вот это из серии Great Winchers. Это, как понял, городские службы, как бы. Я вот не знаю точный перевод. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот такой светофор. У меня вроде два светофора или три. Вот. Красно-желто-зеленый на такой подставочке. Вот. Ну, покажу сначала. Сейчас, подождите. Так. Это я потом все объясню. Значит, вот такая бордовая машина. Ну, женщину покажу. Вот такая женщина. Так, так, чтобы видно было, но ладно. Ну, видите, видели на коробке, как она выглядит, вот. Значит, вот сюда может один человечек сесть. Это, скажем, вот такой новый писец я получил. Вот даже сейчас покажу, вот такой писец. Дальше, вот здесь сделали, придумали мне эту аппарат, этот набор еще тем, что... Здесь есть такая дырочка вот здесь, и вставляется чемоданчик сюда. Вот, это тоже круто. Ну и садится человечек сюда. Так, сейчас сделаю. Дальше вот такой тягач. Значит, здесь мужичок, чашка, чай или кофе, или ничего. И в этом наборе есть стикерсы. Вот, может вот так опускаться, подниматься. Вот даже вот так здесь сделали. Здесь еще стекла есть. Вот, зеркала, дверки открываются, и здесь ключ. Ну, давайте покажем, как этот механизм работает. Ну, чтобы машину тянуть, это надо сделать вот что. Нам надо прицепить вот сюда, можно прицепить к любой машине, к любой, блин, у меня камера упала, и ничего страшного. Вот, у меня первый такой механизм есть, вот, к примеру, машина вот здесь, сейчас покажу, вот, открутил машину здесь, ну и вы скажете, а как дальше? Ну вот, надо и тянуть нам, вот, и тянем. Значит, так опустим, и будет подниматься. Вот видите, сейчас поровняем, вот, и поднимается, вот. А здесь сделано, чтобы для колес вот так, и чтобы машина не упала, и вот так. И все. И машина выпала. И рекомендация. Набор классный, рекомендуем покупать. Потому что механизм хороший, здесь машина красивая, тягач красивого цвета, оранжевого цвета, бордовая машина, хороший механизм, очень здесь все красиво сделано. И чем дальше Лего идет, это очень круто. Поэтому, если вам понравился этот набор, и у вас этот есть, и вы хотите этот набор, то вы можете подписаться, поставить пальцы, прокомментировать. Все, всем пока!